Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Забираем свои награды за Лигу Мастеров, и это хорошо, кстати. Но я больше уверен, что нас сбросили, и мы сейчас в этом убедимся лично. Так, кто мне там выпал? Давненько я Тимати не видел, чтобы он выпадал. Забираем здесь награду. Так, поднять уровень персонажа. Так, пойдем сразу, наверное, сыграем в боях. Точнее, не в боях, а мы будем с тобой просто-напросто искать на Донателло нужные нам элементы. Так, давай-ка приценимся, что нам проще всего найти и быстрее. Тут 10 ящиков, в принципе, это легко сделать. Но хотелось бы, конечно, массовую атаку прокачать ему хотя бы до 6 ступени. Так, вопрос. Все-таки массовую атаку. Бомбочку мы с вами успеем. Поехали, начнем с поисков этих очков. Отлично. Так, одни очки нам выпали. Нужно еще, нам нужно. Дай мне, пожалуйста. Не хочет. Так, как всегда, комиксы из канализации, всякая дребудень. Но не то, что нам нужно. Да ну, завязывай уже. Ну серьезно, ну хватит уже издеваться-то. Ну, сколько можно, Хан? Ну ты-то как? Вот, спасибо тебе большое. По-моему, нам последний остался найти. Отлично, надо было сразу и начинать с него. Так, что у нас там получается? Ах ты, ядрить тебя на корень, а? Давай еще. Похвалил, называется, да? Называется похвалил, и теперь нам будут выпадать всякие телескопы и всякая ерунда ненужная. Но только не очки. Надо же, выпали. Окей, окей. Так, давай посмотрим, что нам тут еще нужно. Так, вот они, 7 комиксов. 7 комиксов. Ну, они должны довольно легко нам выпадать, потому что они... Нет, они в какой-то кромке. Значит, это не обычные, да, комиксы. Тыква, вот тыкву хочешь, получай тыкву, но не комиксы. Все, ребят, задание выполнено, к сожалению, поэтому заканчиваем пока эти поиски. Телепорты у нас тоже с тобой не безграничные. Так, поднять уровень испытаний. Ой, поднять уровень. Читаю здесь и сразу сюда пересматриваю. Так, пройти серию испытаний и поднять уровень персонажа. Но я думаю, что серию испытаний мы с тобой сейчас пройдем. Как раз у нас остается здесь вот этот вот супербой с черепашками, да? Ух, елки-палки. Я надеюсь, у нас там все в откатах. Я имею в виду хилы и суперудары, потому что, ну, тут нельзя оплошаться. Я не хочу проходить на 2 звездочки. Мне нужно 3. И начнем мы с уклонения. Это в первую очередь. Без этого никуда. Так, Усаги, давай, наверное, будем с тобой Лео бомбить. Заблокируй, пожалуйста. Нет, не вышло. А если так? Пробьешь? Так, у него, ребята, понял, иммунитет вешает. То есть уже нету смысла делать суператаку именно от Усаги. Плюс провокация оскорбления. Так, у нас пока работает с вами уклонение, поэтому попасть они не могут. Промахнись. Опа, а вот это плохо. Так, давай, наверное, мы с тобой сделаем. Хорошо, я беру провокацию, друзья мои. Я рискую очень сильно, потому что они могут всей ордой напасть. И тихо. Хильнемся, наверное, да, с тобой? На всякий случай. Так, отлично. И попробуем так. Я знаю, что постепенно урон на них не повесится. Но, может быть, Лео попробуем пробить. Изи. Ух, слушай, кул, на самом деле. Иди отсюда. Так, ну что, Майки, ты бомбочку решил бросить? Окей. Так, Усаги. Усаги, ребята, очень мало здоровья имеет. Следующий бой будет опасно с ним идти, потому что его могут ненароком пришибить. А мне это не нужно, я... хочу идеально проходить. Ну, а мы с вами что? Прошли, да, это испытание, и нам дают награду. Так, остается поднять уровень персонажа. Кому поднимем? У нас мутагена не так много, так что придется кого-нибудь попроще. Например, здесь. Да. Чуть-чуть не хватает, буквально до 50 уровня нашего супершреддера, чтобы прокачать. Так. Забираем все остатки от наград. Что сегодня будем делать? Ну, начнем с арены, как обычно, да? Аренушка — это все. Так, Лига Сегунов, ранг 9, кстати. Не так уж и сильно я упал. И здесь мы будем брать Яну.
наверное, да? Да, возьмем ее. У нас с тобой 6 откатов. Уровни будут 60-е принимать участие здесь в боях. Можно, конечно, взять и... Нет, не будем рисковать. Тут 63-64 уровень, ну, как бы опасно брать 51-го с собой. Его нам сразу расклепают. Тем более у нас провокации нету. Ну, сам понимаешь, да? Идем на рожон. Так, Лео, давай. Выкрутасик свой делай. Угу, 2 упали. Пауку сдобьешь? Так, Доня остался в живых. Ну-ка, Сплинтер. Красавчик. Красавчик. Ну что, мы с тобой должны, в принципе, вернуться в Лигу Мастеров. По большому счету, да? Там у нас 9-я позиция была. И мы должны с тобой залететь туда с распростертыми объятиями и получить 100-е место. 100-е место. Всего лишь 9 ступенек перепрыгнули. Это не очень много. Сарунас, Итз и Ноунейм. Ну, давай-ка я возьму, например, Ноунейм вот это вот. Погнали. Берем Лео. Так, что теперь Бакстер-то лезет сюда, я не пойму. Окей, вот такая команда будет. В принципе, ребята, сейчас в данный момент на равных. Ну, не считай, конечно, Леонардо. А компания, да, 64-65 левел. Да нет, нифига не на равных. Тут 66-65, а у меня 60-ники. Только один Леонардо 100-го уровня. Вся надежда на него. Остаются Майки и Донни. А если так сделаем? О, тихо, тихо, тихо. Не надо, не надо делать выкрутас вот этот свой. Ай. А если мы вот так вот? Найс. Слушай, ну змея карая меня сейчас порадовала. Все-таки умудрилась она всех их добить. И это славненько. Потому что если бы ее нечаянно тронул бы кто-нибудь, она упала бы. Ну а мы с тобой перемещаемся на какую позицию-то? Ну да, на 9 ступенек только лишь перемещаемся. Как-то кисленько идем. Ацуарол, Ти Джей и Маша. Хм, ну я, наверное, возьму тогда на худой конец Ти Джея, вон того пухленького рыбачка, так скажем. Раз, два, три. Раз, два, три. Подожди. Ну да, в принципе, хорошо все идет. И я, наверное, все-таки рискну взять Бакстера Муху. Риск большой, но, надеюсь, оправданный. Надеюсь, рыбачок сейчас ловит рыбку где-нибудь на озере, на пруду. Да, ребята, видите, герои так и сказали, что наш хозяин рыбачит нам, не до него, короче, ему. И поэтому они сдались. И это хорошо, ребят. Мы с вами поднимаемся еще выше. Это какая-то 82-я позиция. 4 отката. Героев маловато, но ничего страшного. Ромарио. Как ни крути, а от Ромки не уйти. Раз, два, три. 65-й, 64-й уровень. И здесь мы возьмем с тобой Джастина. Джастин без прокачки, как мы помним. Массовые атаки у него такие слабенькие, но все-таки она есть. И это уже плюс. Ну-ка, Зек, давай. Малорик. Так, Лео, я думаю, ты должен добить, в принципе, здесь всех. Да. Я как воду глядел, и все у нас идеально с тобой получается. Ну что же, передвигаемся на следующую позицию. Это будет у нас 78-я, по-моему, да? Должна быть, по-моему, так. Какая нафиг 78-я? 72-я, да. Немножко неправильно посчитал. Так, и у нас тут опять Ромарио. Опять он. Ну ладно. Раз ты настаиваешь, я не буду тебе препятствовать. Слушай, а вот это, наверное, будет дико, да? Или нормуль? Попробуем, ребят. У нас есть с вами железноголовый, который имеет провокацию. Единственное, что хотелось бы, чтобы он как можно раньше ее поставил, свою провокацию. Иначе нас тут, ух, забомбят, одним словом. Ой, красиво-то как, красиво вышло. Лео, ну ты красавчик. Ну, серьезно тебе говорю. Блин, вот, фух. Повезло. Если бы он сейчас звезданул бы, например, Хану, слышь, я думаю, что Хан бы там упал бы на коленки и заплакал бы. Потому что, ну, сам понимаешь, на 30 уровней он слабее. Так, у нас с тобой позиция становится. Я хочу до полтинника добраться, но... Хотя, в принципе, есть такая вероятность до 50-й позиции.
Потому что у нас еще с тобой будет один бой. И на этот раз я возьму, наверное... О, ты опять здесь? Давай Джима возьмем. Да? Возьмем с тобой Джима. Слишком довольный он, поэтому надо его немножко подгрустить. Ну, вы поняли, да, о чем я. Ксивер Монтес у нас 50 уровня. Опять же, рискованно все. Но ничего не поделаешь. Провокатор есть, все есть, уклонение есть. Так что давай приступать. А ну-ка, Усаги, повесь, пожалуйста, на всех постепенный урон. Будь добр, а? От души душевно в душу, да? Тихо. Лео, добивай. Тебе Усаги уступил свою очередь. Все, по красоте. Ну что, мы с тобой закончили сегодня с Лигой. А теперь интересно, что нам дальше делать. Вот в чем вопрос. Сегодня что за день недели-то у вас? Я даже и не помню, и не знаю. И позабыл, и не вспоминаю, потому что на улице жара, у нас наконец-то начало светить солнце. А то снега, 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 снега. Уже, как говорится, метели эти надоели. И давай, так, мы здесь все выполнили. Кстати, у нас есть с тобой определенное количество PvP очков. Так, ну здесь нам никого приобретать не нужно. А здесь мы начинаем собирать, по-моему, Рафаэля, да? Да, именно Рафика. Так что давай докупим 3 ДНК. Дальше, что у нас тут? В испытаниях мы вроде бы все прошли, да? Здесь идеально. Одно испытание, по-моему, которое я не прошел идеально, это вот эпизод 8. И я хотел пройти его на 3 звезды. Ну что, ребят, рискнем? Кто у нас тут слабое звено? Бакстер Стокман, верно? Верно. Попробуем без него. Попробуем без него на 3 звездочки пройти. Главное все правильно рассчитать, и победа будет у нас в кармане. Так. Применяем уклонение. Нам нужно с тобой сохранить как можно больше здоровья на последнем боссе. Так, не добили. Окей. Так, ну успокойся, успокойся. Не нервируй меня, муля. Да успокойся ты, а. Под уклонением, а это уклонение их почему-то даже не спасает. Как фантики разлетаются по сторонам. 5 волн здесь. И у нас вторая. Так, вот эти вот ребята, конечно, будут пожестче, поэтому надо начинать именно с них. У них массовая атака круговая, так что будем разбирать, наверное. Блин, надо было вот этого атаковать. Да фиг с ним. Ну, Саги. О, красава. Получилось. Лео Малаурик. И мы переходим с тобой на третью волну. Пока идем ровно. Без каких-то тут... Секунду, подожди. Вот этого, наверное, попробуем. Ага. Двойная атака замечательная. Давай применим. Применим с тобой массовую атаку от Усаги. Все равно она на боссе нам не пригодится. О, а тут очень хорошо зашла. Так, нам хиляться не нужно. Единственное, что можно было бы себе сделать, это... А, это уже Рафаэль делает усиление атаки. Так, секундочку. Вот эти жулики уже будут посерьезнее. Жулики. Давай вот так вот сделаем. Повысим атаку. Повысим атаку и начнем потихоньку разбирать. С Донателло, наверное, надо начать. Блин, или с Рафаэля. Рафаэля, наверное, скорее всего. Так, интересно, наверное, надо повесить нам баф. Это будет лучший вариант, чем атаковать. Тут, потому что, может быть, и вот, контратака вечно, двоих повесилась. Вертушку, что ли, закатить здесь, а? Или не стоит? Давай пока не будем. Двойная атака, отлично. Дони надо... Что? Блин, массовая атака, ребята. Ох. Так, теперь завалите его, пожалуйста, а? Молодцы вы мои ненаглядные. Так, уходи в невидимость, ты нам пока здесь не нужен, а мы разберемся с Донателло. Провокацию взял, да? Вот шитик. Ладно. Хильнуться нам, главное, надо не забыть. Или рановато? Рановато, наверное, хиляться нам пока. Дони минус и... Остается Майки, который у нас там спрятался, да? Типа его не видно. Ать, вторая атака, изи. А вот, друзья мои, и босс. А, босс Химера. Я хочу пройти ее без потерь вообще каких-либо наших героев. Фух, начинается. Так, опа, 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 тихо, тихо. Какой там
делаешь две атаки сразу же? С какого, блин, перепуга-то? Успокойся, пташка. Давай, Усаги, блокируй. Молодец, красавчик. Так, хиляться, не хиляться. Наверное, пока не будем. Давай сделаем вот так вот. Опа. Так, так и хочет мне майки, да, пробить. Делаем с тобой провокацию. У него же, по-моему, массовая атака, если я не ошибаюсь, да, крыльями. Да-да-да-да-да. Ой, ой-ой-ой. Ребятушки, опасная ситуация. Я делаю уклонение. Так, ну-ка, блокирую его. Да ну, какой промашка, блин. Эх, лучше, наверное, хильнемся, ребята. Можно было бы, конечно, вертушку закатить, но я перестраховываюсь. Отлично. И капс, да тебе. Все, друзья, все. Как обещал, так и сделал. Три звездочки у нас в кармане. Так, что нам еще можно пройти? Мы можем пойти с тобой, например, сейчас погулять по измерению. Да, Донателло, две ДНК введения. Это хорошо. Так, секундочку, давай-ка мы посмотрим с тобой тут, в платиновом. Два испытания мы прошли с тобой, да, на три звезды. Здесь, конечно, не потянем, потому что здесь 90 уровни. А с Усаги у нас что происходит? Мы здесь не смогли. Мы здесь не смогли. А почему не смогли-то? Мы вообще не прошли, или... А, мы вообще не смогли пройти. Давай попробуем сейчас. Вместе с Донателло. Ой, грибочки эти паршивые сейчас, конечно, нам тут трепку зададут. Усаги. Так, по кому? Ну, по Донателло, понятно. И вот они, грибы, подключаются. Мы здесь проиграли из-за того, что у нас не было хила, так? Так. Ну что, поехали. Хопа. Бедный Донни сейчас упадет. Теперь делаем волну. Хэдич. Теперь ракеты. Усаги как будто непробиваемый. Ему по барабану, посмотри. Ага, схлопотал. Бакстер, стой, пожалуйста. Да чтоб тебя, бафается. Усаги делает баф на себя. Так, защита, двойная атака. Бакстер, надо было тебе как-то... Я не знаю, попробуем так. Ой, что это у нас тут происходит? А так? Эй-эй-эй-эй-эй. Что-то мне это напоминает уже прошлую серию. Мы также начинали вроде бы все лихо, да, и в конце проиграли. Потому что Бакстер Стокман сейчас упадет. Да, ох, наконец он понизил ему защиту. Так, взять... Беру, ребят, я рискую. Провокацию. И бросим бомбочку. Так, не пробей мне, пожалуйста. Не пробей железноголового. Это последняя моя надежда. И да, по красоте, ребята. Конечно, у нас погиб Донателло. У нас не получается три звездочки с тобой. Но в любом случае мы с тобой прошли это испытание. А оно было у нас последним. 4 ДНК на Усаги. Точнее, вру, ребят. Последний у нас будет 6. Ну, 6 в любом случае мне не потянуть. 90 уровней. Это чересчур для нас. Ну, а теперь мы можем с тобой спокойно переместиться куда? Вот сюда вот. Смятение из другого измерения. Мы с тобой вот здесь вот прошли, да? Здесь мы тоже прошли. Так, слушай, а у нас получается что? О-о-о, я-то думал, что это у нас первая только лишь локация. А у нас первая-то вот была, мы ее всю прошли. И остается всего лишь два боя. Красиво. Красиво, ребята. Ну что... Блин, Усаги, как же мне быть-то, а? Брать Усаги вот с таким здоровьем очень опасно. Очень опасно, друзья мои. Давай, наверное, вот так вот все-таки сделаем. Возьму пока железноголового. Вдруг нам повезет. Ксивер Монтес еще этот шутить не любит. Я его знаю. Куда ты бьешь? Я хотел его бомбить. Монтеса мне бомби, пожалуйста. Лео, давай. Окей. Блин, а без двойной атаки так как-то скудненько, да, ребята? А нам же Усаги делал что обычно? Делал баф на двойную атаку. Кстати, вот это очень плохо, что он на нас сейчас висит. Это меткость понижена, да? И броня. Надо хиляться. Мы сейчас тут просто уязвимы. Ну-ка, ать. Вот, ребята, это...
О чем говорит? О том, что у нас понижена меткость. Ну что, попробуем. Давай провокацию, наверное, да? Давай я возьму провокацию. И уже будем с тобой спокойно уничтожать Ксивера Монтуса. Так. Вторая атака. И добивай, Лео. Блин, не добил, ты прикинь? Хо, здорово. Эй, что за прикол? Так, нормуль. У нас, надеюсь, дебаф сойдет сейчас. Ну-ка, покажите мне, пожалуйста. Дебаф сошел, но не со всех. Так, давай начнем, наверное, с мутагеноида. Что? Блин, да понятно, у него меткость была пониженная, поэтому он не попал. Лео, давай, не подведи, родной. Вжарим. По красоте. И остается Ханорик. Это саблезуб, который упал. Отлично. Ну что же, двигаемся прямичком куда? Естественно, к Кренгу. Кренг нас уже заждался. Что? Кренг. Вот он. Шитик этот, а? Тут у нас Рокстеди. Блин, как бы мне сделать так, чтобы и Усаги сохранить, и не попасться на уловочку? Я, наверное, друзья, рискну все-таки. Поехали. Ой, ё-моё, пицца хочется. Подожди, пицца кончилась, но у нас, по-моему, есть испытание здесь, да, на пиццу. Да, давай-ка быстренько хотя бы пару этих этапов пройдем. Пицца-то нужна, чтобы нам участвовать. Так что быстренько с тобой Шеми там пролетаем, буквально там сколько нам понадобится. Да один уровень, наверное, пройдем, и все, и пиццы будет достаточно. Там 14 штук нужно. Пиццерица с удара падает. И посмотрим, сколько мы с тобой заработаем сейчас. По-моему, 10 или сколько? 14 пицца. Ну, покажи, пожалуйста. Мы заработаем... О, 15 пицц. Все. Этого нам достаточно для того, чтобы пойти и наказать Кренга. Блин, главное, что я уже настроился, и на тебе такой вот обломчик. Ух, первый будет у нас Рокстеди, да? Который будет нас ждать. Нужно будет сразу ставить провокацию по любасику, ребята. Или хильнем. Не, лучше хильнемся. Уклонение потом поставим. Вот. Это самое главное, что нужно было сделать. Это хил. Теперь мы с тобой бафаемся. Надеюсь, на контратаку. Слушай, шикарно. Три контратаки есть. И начинаем потихонечку уже разбирать Рокстеди. Так. Хорош бубнить. Провокацию взял, да? Окей. Молодец, Майки. Давай-ка, наверное, еще усилимся с тобой. Как говорится, для лучшего убиения наших врагов. Уклонение, по-моему, пока не будем применять. Уже ближе к Кренгу там сделаем. Так, ну что? Пробивной удар я ставлю, он мне пригодится. Так, у него контратака. Только сейчас увидел. Все, а вот и Кренг. А вот, друзья мои, и Кренг собственной персоной. Ну что же, голубчик, давай посмотрим, кто кого. Появляйся. Слушай, я, кстати, блин, надо было ускорение убрать и послушать, как это все выглядело бы. Как он там рыжал, команду давал и так далее и тому подобное. Но... Кому влетит? Ой, массовая. Тихо, тихо, тихо. Крынк, успокойся. Хорошо, у нас контратака, да? Висит. Давай, наверное, сделаем уклонение. Окей. И понизили броню. Шикарно. Ух ты. Ну, давай, Усаги, добивай его. Вообще на изи разобрали. Друзья, на изи просто. Шикарно. У меня нет слов. Главное, что мы теперь забираем с тобой полностью весь реворд, который был в этом смятении с другого измерения. Так, это пропускаем, это мы все с тобой уже читали в прошлых видосиках. Так, у нас же все звездочки, так ведь? Да, открываем, наверное, ДНК. Оу, Майки. Классика. Опять классика, то есть 5 ДНК на него. Леонардо оригинал. 2 ДНК, Рафаэль оригинал, 3 ДНК и 410 сюриков. 100% завершение, ребята. Собрать и сбросить, поехали открывать. Так, Эйприл. Ну-ну-ну-ну, хорош, хорош, хорош. Дайте мне еще что-нибудь.
Так, Бакстер Муха. Так, нам выпадают тут всякие плюшки. Очки, которые тоже нам пригодятся. Комиксы. Единорожек этот. Пропускной билет. И все, да? Скудненько. Так, здесь нам Донателло Оригинал. Достается 2 ДНК. Тут нам достается Донателло Оригинал 1 ДНК и Леонардо Классика 1 ДНК. А здесь... Оу-оу-оу. Майки Оригинал 6 ДНК. Нехило, да? И Донателло Оригинал 3 ДНК. И последнее. Так, Леонардо оригинальные 2 ДНК и Донателло Классика 3 ДНК. Слушай, я считаю, неплохо, Леда. Таким образом, мы с вами очень быстро сможем раскачать кого? Конечно же, наших оригиналов. Очень быстро. Потому что если проходить постоянное испытание, вот это вот измерение, да, то довольно... Ну, ты посмотри. Так, ну, Майки скоро получит... Нет, не Майки. Донни. Или даже кто у нас там быстрее-то прапается? Наверное, Донни все-таки, да? На Шреддера всего 3 ДНК не хватает. Блин, как меня вот прямо это напрягает. 3 ДНК всего лишь-то. Ну ладно. Так, здесь у нас очень много дублей. Я пока их не буду бомбить. Если нам они понадобятся, если кто-нибудь будет у нас в магазине за сюрикены продаваться, да, то мы, конечно же, с тобой используем. И не буду пока тратить баксы. Мы накопим с собой 500 долларов и купим сразу 100 телепортов. Это будет имба. Будем потом с тобой нормально здесь себя чувствовать. А то как-то на подсосе ходишь ни туда, ни сюда. Ну, вроде бы и все, дорогие друзья. На этом можно закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!